Начинается утро на Болткоме. Всем здравствуйте. Олег Пека и Александр Шунин сегодня с вами проводят это утро. Здравствуйте. И у нас на часах 8.11, почти 8.12, 18 февраля. Поздравьте меня, коллега. Вот как киноман киномана. В 1929 году объявили первых лауреатов кинопремии «Оскар». Поздравляю вас, коллега. Причем ведь когда не было интриги, тогда все было уже известно, просто вручали награды, уже придумали затем объявлять номинат, держать их в секрете, вот эти конвертики, которые открывают с волнением «And the Oscar goes to», и там у всех вообще нервишки. Олег Пека! Когда мы уже услышим вот эти вот заветные слова? Самое-то главное, вот когда показывают всех пятерых претендентов, и этим актерам нужно изобразить четверым неудачникам радость на лице, как будто бы они приветствуют победителя. На то они и актеры, на то они и стоят на этой сцене, за то, что они умеют что-то изображать. Вот интереснее, конечно, смотреть, когда награждают там этих осветителей, всех технические эти вот, тех, кто уже не умеет лицедействовать. В Сахаре выпал снег в 1979 году. Пустыня Сахара, такой вот был неожиданный поворот. И, кстати, в 1930 году была открыта девятая планета Солнечной системы, системы Плутон. Американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла совершил это открытие. И до сих пор ведутся споры, все-таки это планета или не планета. Я вот, честно говоря, надо будет даже, может, задать какому-нибудь латвийскому астроному, припереть его к стенке, потому что он потерял статус этой планеты, затем вроде бы, когда учился в школе, его считали планетой. Затем да, вот это тоже такое помню. После этого решили, что он просто большой какой-то вот валун, который где-то болтается. Ну, летает там что-то и летает. Мало ли что там летает, и сразу планеты называть, много чести. Да-да-да. А ведь это была целая история, то есть объявлен был конкурс на придумывание названия, и его выиграла, если я не ошибаюсь, какая-то 10- или 11-летняя девочка. И это была, в общем, такая очень трогательная история. Она предложила как раз-таки вот имя бога Аида. И случилось, в общем, так, что именно ее вариант всем понравился. А теперь получается, что отобрали у нее вот это право назвать планету. Но никто не отберет право у Индии эту честь называться первой страной, в которой впервые был осуществлен почтовый авиарейс. Это произошло в 1911 году, и пилот Анри Пике доставил груз из 6500 писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни. Расстояние составило всего 13 километров, а вспоминаем до сих пор. В США в этот день, в 1885 году, была опубликована книга Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», продолжение Тома Сойера. Книжка, которую сейчас очень критикуют и, по-моему, изымают из школьных библиотек, потому что там очень много неполиткорректных слов. Там... Равно как и Тома Сойера, и «Хижину дядя Тома». Немногие другие книжки. А в этот же день, продолжая киношную тему, в 1954 году появился на свет Джон Траволта, в 1932-м Милош Форман. Ну, если дальше продолжать киношную тему, Мэтт Дилан в 1964 году родился. А еще, кстати, Энцо Феррари в 1898 году, итальянский конструктор и основатель компании Феррари. Я тоже, мне есть чем продолжить, скажем, чтобы такое выбрать. 33-й год, пожалуйста, Йоко Оно появилась на свет, а этим утром 18 февраля в студии «Болтком» у меня пропал Wi-Fi почему-то. У меня тоже вот какие-то у нас проблемы. Мы ждем подключения нашего гостя. Я вижу, что какие-то произошли вот у нас сбои на линии. Ну, а между тем, Аркадий Укупник, между прочим, родился в 1953 году. Да лучше я съем возле ЗАГСа свой паспорт, по-моему, там такой текст был, да? И Александр Барыкин появился в тот же день, только вот на год раньше, в 1952. 74-й – Евгений Кафельников. 88-й – Риана. Какой богатый на звезд день. Ну и, кстати, вот богатый на гостей уже у нас все сложилось. Подключились, да? Подключились, даже если вот
Прекрасно. Александр повернется, он увидит нашего гостя. Сегодня мы сегодня произойдет у нас в Латвии событие. Может быть, о нем мы будем рассказывать уже спустя какие-то годы, вспоминать. А в 2020 году в Латвийской академии наук вручали награды за достижения в науке. В 2020 году. За 2020 год. За 2020 год. В 2021 году. Одним из лауреатов сегодняшней премии будет исследователь Латвийского центра биомедицины Никита Зрелов. И господин Зрелов сейчас с нами на связи по Зуму. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Насколько нам известно, премию вы среди в компании коллег получите за изучение генома COVID-19 в Латвии. Расскажите, в чем была суть вашего исследования и каким выводом вы пришли? Ну так, чтобы можно было понять профанам. Ну, собственно, это было больше даже как не исследование, а что-то вроде узров, типа, я не знаю даже, как это переводится. Надзор. Но, собственно, следить за распространением этого вируса в стране. Именно за тем, как он эволюционирует. Ну, то есть, как-то не уследили вы, Никита. Да уж. Мы даже это не считали, скажем, особо каким-то исследованием, где должен быть вот какой-то финал. То есть просто пока это актуально, мы это будем делать. Начали мы это еще до того, как нам получили государственную поддержку в виде финансирования, ну и продолжать будем тоже. Подождите, а получается, что если бы не было вашей инициативы, за вирусом бы никто не следил? Гуляй себе на здоровье. Я сейчас аккуратное предположение сделаю, что кроме нашего института, вероятнее всего, ни у кого нет достаточных возможностей и ресурсов, чтобы именно вот следить генетически за этим вирусом у нас в Латвии. А, ну то есть вы следите за ним не за его распространением, а за его видоизменением. Ну здесь получается, что да, мы следим за его видоизменением, потом передаем какие-то данные. Ну то есть получается, как я все время рассказываю, собственно, вирус состоит, по большому счету, его генетическая информация состоит из 30 тысяч буквок конкретно у этого. Эти 30 тысяч буквок меняются. Мы в среднем посчитали, что раз в две недели меняется одна буковка из этих 30 тысяч. То есть если человек передает человеку, то означает, и у них идентичная последовательность, то это означает, что в течение двух недель была эта передача. Если эпидемиологи не знают про данную связь именно эпидемиологическую, там, по анамнезу или как, что человек не рассказал, где бы он мог встретиться с этим другим человеком, то есть тогда это им уже нужно играть в детективов и пытаться связать эпидемиологически все это, потому что, собственно, эти геномы не могут врать, эволюция. Если оно идентичное, то оно идентичное. То есть иначе там не может быть вариантов. Вот прямо по этому геному, то есть я понимаю, по этим 30 тысячам буквок можно точно сказать, от кого заразился человек. То есть если мы видим эти данные. Ну, становится проблематично, если от одного человека многие заразились, то мы не сможем сказать, кто от кого, мы просто можем сказать, что они между собой связаны эпидемиологически. То есть идентичная последовательность означает, что передача между двумя изолятами, что между двумя людьми произошла в течение там, двух лет. Нас только что обозвали изолятами. Я считаю, что заслуженно. Я сижу здесь немного изолированный от вашей беседы, но готов в нее активно включиться. Так, Никита, расскажите, может быть, в нескольких словах об истории развития вируса именно в Латвии, как он видоизменялся, мутировался, распространялся, и когда, наконец, эта зараза прекратится, когда мы снимем маски, например? Ну, собственно, завезли к нам его как минимум, то есть на вторую неделю марта, как я понимаю, уже циркулировало здесь изоляты из 4 разных завозов, но что у нас, скажем, парадоксально в некотором плане в Латвии, это то, что до середины сентября у нас там сколько, всего, наверное, каких 1300 случаев было, собственно, за все это время, с марта с начала до середины сентября. А получается, что сейчас у нас каждый день там по несколько сотен, по тысячу этих случаев. И как вы можете это объяснить? То, что всем надоело, все забили, перестали верить наверняка, к сожалению, и, то есть, собственно, имеем, что имеем. Вы имеете в виду те относительно спокойные полгода между первой и второй волной? Перерывчик небольшой. Несмотря на то, что предупреждали, что будет вторая волна, и надо готовиться. Эта вторая волна произошла только благодаря тому, что люди перестали соблюдать ограничения должным образом. Перестали бояться, может, но как-то так. В итоге, да, имеем, что имеем. И на самом деле, если так посмотреть, вообще по всем пандемиям или пандемиям там, которые были у человечества, то ковид, конкретно там сколько у него сейчас смертей, где-то по миру 2,5 миллиона, может 2,4, 2,5. Ну, то есть его, если посмотреть, он где-то там на месте 12-м, после всяких там чум и так далее. Ну, то есть это тоже актуально за все время, сколько документируется, всякое количество смертей. То есть это не так, что это там просто грипп или что-то. Ну, это, конечно, не испанка, но все равно. Собственно, 2,4 миллиона – это
можно ли игнорировать даже такую смертность. А, ну, кстати, кстати, по поводу гриппа, ну, уже простого гриппа, как принято называть, а куда он делся? В этом сезоне мы лишены эпидемии нормального человеческого гриппа, переболел и пошел дальше. Ну, мне кажется, что можно предположить, опять же, что, ну, во-первых, я надеюсь, что какая-то часть населения все-таки делает вакцины от этих ожидаемых штаммов гриппа. И, опять же, мы соблюдаем сейчас ограничения, скажем, из-за ковида навязанные. Ну, то есть это работает, собственно, и против других инфекционных агентов, которые передаются схожим путем. То есть это не значит, что это работает только против ковида, то есть... Да. Но высказывалось, по-моему, мнение, что коронавирус просто вытеснил вирус гриппа и заменил его, нет? Сомневаюсь. Ну, то есть не вижу, как это могло бы быть связано. Но, опять же, я не эксперт в данной сфере, то есть моя сфера – это геномы, скажем. Ну, они где-то там в воздухе столкнулись, так… Ну, и один победил. Да. Я изолянт, мне можно. Да. А скажите, вот вы говорили о том, что было несколько завозов. Вот можно ли определить вот эти веточки, когда к нам завозили и какие разновидности? В принципе, да. Это, собственно, то, чем мы вот занимались, о чем первая публикация. Это попытаться вот эту первую волну у нас мы описали, как что происходило примерно, имея те данные, которые мы имеем. То есть к нам завезли действительно очень разные изоляты. На тот момент, ну, как бы, собственно, стоит понимать, что чем дальше продвигается время, пока мы живем во время вот этой эпидемии, пандемии, тем более разнообразны эти изоляты. Но уже тогда, в марте, собственно, было достаточно разнообразие, чтобы он начал, ну, собственно, различаться. Достаточно, чтобы можно было определить, что это один завоз там или несколько. И, то есть, собственно, у нас один был завоз даже, как я понимаю, практически из Китая, ну, то есть одного из самых старых этих видов. Но это, собственно, мы строим филогенетические деревья, и по этим деревьям смотрим по веточкам. Ну, то есть, как веточки, чем веточки, расстояние между веточками меньше, скажем, горизонтально, тем более схожие изоляты. Ну и получается, что вот эта китайская версия, она давно уже у нас нету ее. Сейчас, в принципе, можно сказать, что большинство того, что мы видим, это новые завозы. Опять же, все еще завозится. Не так, что мы ограничили, закрыли границы и так далее, и только вот эти четыре развивалось. Нет, нам постоянно завозятся новые, и в основном, стоит сказать, что завозятся они, собственно, из Великобритании. Не только британский, как бы, тот опасный штамм, но и такие простенькие штаммы, не представляющие, скажем, никакого биологического интереса на данный момент, но, собственно, просто можно видеть, что постоянно завозятся опять. Помните, коллега, как Элтон Джон пел «I was made in England»? Мы разговариваем с Никитой Зреловым, докторантом Латвийского университета, исследователем Латвийского центра биомедицины. Сегодня Никита будет среди лауреатов премии Латвийской же Академии наук за достижения в науке в 2020 году. Никита, скажите, пожалуйста, кстати, про вот этот новый британский штамм. Почему именно Британия, а не Латвия? Почему в Латвии вот не способен вирус развиться до... Даже местный... обидно как-то, даже, да, согласитесь. Его разновидности. Вы на самом деле не правы. То есть у нас действительно он развивался до местной разновидности, только у нас проблема в том, что, ну, не проблема, а, скажем, с чем нам повезло, с тем, что все-таки у нас народу, наверное, поменьше, и это особая разновидность, но, собственно, он мутировал не так, чтобы стать как-то опаснее, и чтобы мы его прям видели, что он стал доминировать. У нас были, да, мне кажется, две своих линии, которые... мировое сообщество признает, скажем, латышскими, одна из которых вымерла еще в апреле. Ну, собственно, там вообще интересная достаточно ситуация была, что он был в Латвии, и потом внезапно, ну, один образец в Южной Корее. Ну, то есть, интересно. А другой – это наша тоже линия Е1, которая все еще встречается, но очень мало, скажем, в неделю там один из 96 изолятов. Но это линия, которую мы думали изначально, что она в Латвии появилась, но нет, получилось так, что она просто в Латвии наибольшее распространение получила. То есть изначально, может, она и не латвийская как таковое, но потом она вот в Латвии очень хорошо распространилась и все еще продолжает встречаться. А кроме Латвии, она вот после уже была можно было встретить ее в Беларуси. Ну, то есть произошел экспорт из Латвии в Белоруссию, предположительно. Но скажите, насколько, вот если уже серьезно, насколько реальные разговоры о третьей волне коронавируса, которые могут принести вот эти южноафриканская, латиноамериканская, британская версии вот вирусы, насколько они в самом деле опасны, как какие-то мутировавшие? Не, ну здесь получается, что, собственно, конкретно наибольший биологический интерес для инфекциозности там этого вируса представляет именно один небольшой кусочек из этих 30 тысяч буквок. И, собственно, чем все эти варианты опасны, то, что даже в этом маленьком кусочке 30 тысяч буквок
они вот смогли накопить мутации, причем, скорее всего, независимо, то есть конвергентно эволюционируя, они накопили мутации, которые увеличивают силу связывания вот с человеческим рецептором на клеток. То есть они действительно более заразные, и эта мутация отобралась именно вот независимо, вероятнее всего. То есть на деле это означает, что они просто лучше прилипают к рецепторам на поверхности наших клеток, соответственно, лучше заражают. Ну, то есть, как я понимаю, изначально было, высказывались гипотезы, что летальность якобы у них такая же, но сейчас вроде начинают появляться небольшие данные, что все-таки чуть-чуть выше смертность, скажем, от этого британского варианта. То есть это B117 получается. То есть все они три, и южноафриканский, и британский, и этот бразильский вариант, у них в 501 позиции, 501 аминокислота белка, вот, шиповидного белка, собственно, поменялась аминокислота. Из-за этого увеличилась сила связывания, он стал более инфекциозным. Ну, чтобы сейчас попугать, может, слушатели, то есть делали французы с израильтянами, ученые, делали эволюцию в пробирке, грубо говоря, вот конкретно этого кусочка, как он будет эволюционировать. И отбирали мутантов там. Ну, то есть это не заразный вирус, они там не делали новый вирус, чтобы сразу все поняли. Но они конкретно смотрели, вот что может произойти. И это далеко не самое опасное, скажем, по силе связывания, что произошло. То есть ожидаемо, что может отобраться вариант, который будет намного более инфекциозный, чем даже вот те, которые сейчас, мне кажется, опасными. Ну, но опять же... Ваши последние слова, Никита, дают возможность задать вопрос, знаете, из раздела теории заговора. Так в итоге происхождение этого злосчастного ковида из лаборатории он сбежал или как-то сам собой завелся в дикой природе? Ну, получается, что из лаборатории, как я понимаю, это то есть, действительно на уровне теории заговора, то есть не похож он на то, что было бы из лаборатории все-таки. А так, если смотреть по схожести, то есть у него действительно ну, не там прям очень родной родственник, но родственник так подальнее. У него есть действительно вирус, коронавирус летучих мышей RATG13, на которого он наиболее похож по всем этим буковкам, по всей длине буквок. Но опять же, по конкретно вот кусочку, который отвечает за связывание там с нашими клетками, именно по маленькому кусочку этого кусочка, так скажем, по рецепторосвязывающему домену, он похож на вирус панголинов. Но панголины – это такие типа броненосцев каких-то азиатских, как я понимаю. Ну и, собственно, вот да, это что-то похожее на смесь вот двух известных коронавирусов, скажем, этих животных, но, опять же, это не непосредственные его предки. То есть было где-то вот какой-то кусочек этой цепочки эволюции, которую мы пока не знаем. Никита, скажите, а вот все вот эти исследования, изучение того, как происходит вот его мутирование, изменения в Латвии, вот я понимаю, что ведь они должны каким-то образом связываться с исследованиями в других странах. То есть это имеет, наверное, ну, больше значения, когда есть общая картина информации. Вот как вы работаете с какими исследователями из других стран? Есть ли какой-то банк данных, куда вы передаете свои данные и можете посмотреть что-то? Да, естественно. Ну, то есть это одно из того, почему, собственно, вот успех и скорость изучения этого вируса. То есть здесь действительно никто не ошибится, если скажет, что COVID, ну, не COVID, а SARS-CoV-2, собственно, наиболее изучаемый вирус. И получается, что все, кто могут что-то с ним делать, стараются что-то с ним делать и вносить свой вклад, скажем, во все это. Ну и здесь конкретно, где наше секвенирование, скажем, лежит, то есть действительно публичные базы данных, ну, там публичные с регистрацией, скажем, и так далее, но все равно достаточно в свободном доступе, то есть исследователи к ним имеют доступ и могут оттуда получать информацию. Ну, то есть, собственно, мы используем так называемый G-Site, что стало неформально официальным, наверное, источником, вот, куда выкладывать базы данных для этих секвенсов, так называемых последовательностей ковида. Ну и получается, что со всего мира, сейчас там вот конкретно я открыл ссылку, 560 500. Вот. То есть мы выкладываем, мы говорим, в какую дату был собран изолят, в каком географическом месте, если есть информация... пациент – это мужчина или женщина, какой у него возраст, какая у него степень болезни и так далее. И потом любой имеет доступ к этим данным. Если что-то дополнительно интересует, скажем, что-то интересное замечают, можно напрямую выйти на наш контакт, либо мы можем на другой контакт выйти. Ну и, собственно, мы, да, выгружаем в эту базу данных и сравниваем, опять же, тоже с ней же. То есть, чтобы смотреть, откуда кто, грубо говоря, к нам приехал с этим ковидом, на что это наиболее похоже. То есть это из Англии, там, еще откуда-то из Бельгии или там из Дании. То есть это мы смотрим вот именно потому, что есть в этих базах данных. На что наши вирусы, которые не похожи на какие-то, которые здесь уже были, на что они наиболее похожи в мире. То есть откуда их привезли. Ну и таким образом, собственно, и работаем, можно сказать. У нас опять же, почему Великобритания? Это тоже вот немного интересно. Никита, потому простите, что... прервем вас, у нас есть звонок. Алло.
Алло. Доброе утро. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Доброе утро. Будьте добры, как по вашему мнению, вот этой мысли, этой идеи, что этот вирус произведен в лаборатории, придерживаются очень авторитетные ученые, я не могу сейчас повторить, не помню имя, по-моему, американские или английские. Скажите, пожалуйста, а в какой лаборатории, из какой лаборатории он сбежал? Это первый вопрос. А второй, каким образом, значит, британский вирус, южноафриканский вирус, а как это Россия не участвует, от которой идут все гадости, а она не участвует вот в этом распространении новых вирусов? Мы, во-первых, ну да, тут. Видимо, вторая часть все-таки достаточно ироничная. Да. Будем надеяться. Ну, а на первую, мне кажется, Никита ответил, да. Ну, насчет российской модификации действительно интересно. Но она же ближе, чем Великобритания, и связи культурные и личные тоже крепче, даже географических расстояний, чем, ну, можно ли сравнить крепость и близость. Тем не менее, да, Никита, что с Россией в России происходит? Ну, собственно. Опять же, почему Британия? Вот там очень один конкретный вопрос, скажем, может быть. Ну ладно, я сперва на первую часть отвечу. То есть это в Уханьском институте вирусологии якобы эти теории заговора, что оттуда сбежал. То есть они действительно работали с коронавирусами летучих мышей. Ну и, собственно, не мудрено. То есть вот именно такие вещи они бы, собственно, и могли вылавливать. То есть я не знаю, что они конкретно делали, но если они изучают как бы природные популяции летучих мышей, то они могут понять, что там что-то происходит, что вот может грозить опасность. Такая, скажем, бомба с таймером биологическая. Ну, то есть такое можно находить заранее, пока это не становится проблемой, пока это не перескакивает на людей, грубо говоря. Но теперь возвращаясь ко второму варианту. Ну, то есть я говорю, что вот в базе данных, которую мы используем, 560 тысяч там последовательностей. Так почему именно в Англии был замечен английский вариант? Потому что из этих 560 тысяч, 240 тысяч из Англии. То есть они просто очень массово секвенируют, и они очень рано это заметили. То есть если бы он внезапно заметился где-то в другом месте, скажем, и распространился, где секвенируют куда меньше. Ну, скажем, в России, я сейчас посмотрю конкретно, я никогда не интересовался, сколько у них находят этих секвенсов, там есть в этой базе данных. Но получается, что чем больше секвенирует страна, тем больше вероятность там что-то найти, тем лучше описано. Ну, то есть, по большому счету, дело в активности самих ученых. Кстати, насчет активности ученых. Латвия стремится разработать свою вакцину? В конце концов, вы работаете в центре биомедицины. Вот о биологической части мы поговорили. Давайте немножко затронем медицинскую. Но в группы доктора биологии Андреса Зелтенша и также параллельно группа профессора Каспара Тара занимаются разработкой вакцины от коронавирусов. Ну, во всяком случае, даже я не знаю, насколько оптимистичны там прогнозы, но результаты якобы были достаточно обнадеживающие. Но сейчас, опять же, мы видим, что большие игроки вырвались очень вперед, и поэтому я не могу комментировать, насколько далеко это идет. Но по моим сведениям, которые мне известны, это пока что еще все-таки преклиника. Но опять же, это совсем другая платформа, нежели те, которые вот сейчас уже зарегистрированы. А скажите, вот ведь все говорят о том, что как раз-таки мутации вирусов делают бесполезными, ну, могут сделать бесполезными вакцины, которые были разработаны от первой версии, да? Не получается ли, что вот, например, для латвийских ученых есть возможность, ну, как бы сразу разрабатывать вакцину уже против вот этих британских, бразильских версий? Ну, здесь на самом деле получается, что как только вакцина разработана и одобрена, именно, грубо говоря, поменять этот кусочек, мне кажется, что там не нужно будет опять весь цикл исследований. Угу. То есть, скажем, то, чтобы взять этот шиповидный белок, скажем, в те же МРНК-вакцины, чтобы кодировало не шиповидный белок этого уханьского изолята, а, скажем, английского изолята, это несложно. Угу. То есть другой кусочек ставится в вакцину. То есть перестроить все это производство несложно. Я не знаю, как это процедурально именно с регистрацией и так далее. Распространяется ли это или какие дополнительные тесты нужно делать. Я 100% уверен, что это будет не опять весь цикл тестирования, но, скорее всего, запросят еще какие-то тесты. Ну, то есть, как бы, да, можно начинать сразу вот те, кто еще там не в третьих фазах и так далее. Возможно, есть смысл делать на новые варианты. Но, опять же, все вакцины, которые на данный момент имеются, данные, которые я видел, да, они действительно менее эффективны, но не против британского, а против южноафриканского вируса. Опять же, потому что у него немного другие мутации, собственно, тоже в этих актуальных, биологически актуальных районах рецептора связывающего домена. Но, опять же, здесь получается так, что нет такого, что вакцина вообще не работает. Да, она менее эффективна, но все равно как бы тяжелые и летальные случаи она, насколько понятно, предотвращает. Ну, конечно, там
в некоторых исследованиях была очень молодая популяция, именно вот в Африке, больные африканской разновидностью, кто заболевал. Но да, пока что, собственно, не вижу проблемы, что это не ковид там номер 2 или что-нибудь такое. Ну, не ковид там 21 или... То есть эти вакцины, которые сейчас есть, это очень легко их будет подогнать под новые варианты, предположительно. Хорошо. Видимо, будем заканчивать мучить Никиту Зрелого, докторанта Латвийского университета, исследователя Латвийского центра биомедицины. Огромное спасибо, Никита, что Никита. Были сегодня с нами. Поздравляем вас с премией, которую вы сегодня получите. А напомню, сегодня Латвийская академия наук вручает награды за достижения в науке в 2020 году. И среди лауреатов как раз-таки Никита Зрелов за изучение генома COVID-19 в Латвии. Вот я точно знаю, что мы никогда не получим эту премию, потому что вот что за набор слов? Шиповидный белок уханьского изолята. Молодцы. Вот, Никита, дай бог, чтобы вот... в Латвии было больше таких молодых, дерзких ученых, достойных премии. Это здорово. Вот наука развивается. Вон, собственную вакцину, оказывается, изобрели. И мы первые, кто об этом сообщили. Вот да, так. Да, слушайте радио Болтком, читайте Микс Ньюс, скоро это появится у нас на портале. И местная скоро... вакцина есть! Скоро мы вернемся, буквально сделаем сейчас небольшую паузу, после чего продолжим уже с разговором о туристическом бизнесе и авиационной отрасли. Новости «Эхо Москвы» на радио Болтком.